В детском саду номер 10 в Малаховке воспитанников с ранних лет учат правилам дорожного движения и безопасности. Регулярно для дошкольников проводятся познавательные уроки, на котором им рассказывают, как нужно вести себя на дорогах. На одном из таких побывала наша съемочная группа. А сейчас мы сфотографируемся с зеброй. Давайте разворачиваемся сюда. То, что «зебра» — это название не только африканского непарнокопытного, но и пешеходного перехода, воспитанники этого детского сада знают твердо. Раз в месяц для них проводятся вот такие наглядные уроки, посвященные правилам дорожного движения. Самое главное правило дорожного движения, что вы должны сидеть в автомобиле, это вы должны сесть в автомобиль в детское кресло. И что сделать? И пристегнуться ремнем безопасности. Молодец. С 22 мая по 18 июня в Люберцах, Дзержинском, Лыткарино и Котельниках проводятся информационно-профилактические мероприятия «Внимание, дети!». Открытый урок по правилам дорожного движения в детском саду номер 10 стал символичным началом этой акции. Конечно, мы переживаем по поводу того, что сейчас наступит тепло, и многие ребята выйдут гулять после школы, впереди летние каникулы. Поэтому хотелось бы обратить внимание не только детей, но и их родителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о необходимости повторения правил дорожного движения. Благодаря слаженной работе сотрудников ГИБДД, старших товарищей и воспитателей, эти дети знают правила дорожного движения не хуже любого взрослого и без запинки отвечают на все вопросы. Нельзя переходить на красный свет. То, что надо приходить только на зебре. То, что надо смотреть по сторонам. Агитационное выступление о правилах дорожного движения для детсадовцев подготовили ученики 46-й гимназии поселка Малаховка. После этого воспитатели играли с малышами в полезные игры, повторяя постулаты поведения вблизи проезжей части. Такая игровая форма уроков помогает малышам лучше запомнить, как нужно вести себя на дорогах. Мария Лапычева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.